Со серебра тоже. У тебя уже на паладине, походу, все три не собраны. Ну, вчера я тебе объект отдал, осталось только талик отдать. Объект я отдал. Не буду, конечно. А, ну он. Паша, че у тебя объекта забрали? Пояса нету. А я кому-то тестить давал из наших и забыл, блять, потом забрать. Ну, на Next КД опять заберешь. Заебись. Да его, походу, никто не покупает. Кастеров мало у тебя было. А, ну, как сказать, они не пишут просто. У меня в основном милипати, но сейчас на это КД уже заняли слот на милика, так что будут одни РДДшники. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... Кстати, чё по скокам? 31. Ну, у меня на 2 бой. Не везет, что поделать. Кому еще не везет, 3 осколка за руку. У меня 2 таких было захода. Паша, че был там? Оставлять? Хочешь, забери Дизни, мне заебал уже его перекидывать постоянно. Оставляй. А там в луте есть танковская голова? Нет. Здесь что, я тебя забрал? Ну что, здесь? Дон, который сохраняет твои бинды все на панели с пылу, скидывает обратно. Вместе с макросами, если они, конечно, не поисчезают. Он их не восстанавливает, он их просто кидает на то место, где они были на панели. Это... Кто-нибудь еще пользуется этим? Я. Ты знаешь, ну, допустим, ты наводишь на все что угодно, труп, персонаж и так далее. Идет же подпись, что это, кто это, какой гид. Как само
Вот это окошечко у меня было поднято выше, в угол. Передвинь. Да вот я ж не помню, что это. Тут и... Кладка мисс у нас. Тут и... Рыбу поставил. Интересно, что у нас проснется, что они хотят. Рыба возле инспектора. Что-нибудь из этого кому-нибудь нужно? Кто в рейде? А этот палец с кораблей, да? Угу. Синяя дырка. А кому-то палка с леща нужна на ханта? Вряд ли. Че, погнали? Че по так, Паш? Эти лапки. Че, я в танке. А, вижу, как обычно. Думаю, что такое у меня Яндекс включен. С 50 вкладками. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силе, противник моей воле. Тема перестать. Фанатик удалить. МК. Законтрольте меня. Стопнули. Ждем мадов. Вот иди к сазу, босс. Мурлок, блять. Если он слетит, КП ты получишь, неважно, кто добьет процентов. Ты не в силах
моей воле! Контроль. Ханты на перевод. Духи, Мелизон, осторожно. Духи, и контроль. Духи. МК 5 секунд. Ты не в сил. Противец за моей контроль. Воле. Дух мили. Осторожно рядом. Там переставьте, что-то там стоит из земля, нет, он не переставился. Духи. Ты не в сил, противец за моей воле. Пешка в пихе везет. Куча соточек. Летело. Плечки нужны кому? Пиха, если никому не надо, закинь меня в лайка. Я измерил зону, успел увидеть, что дух на мне, человек, и убежал. Паша, плечи ты кому нужен? А, он в куки закинул. А дашь плечи? Нахера не тебе. Кожаный ретрик пока что не будет. Там, ну... Время, деньги, друг.
Вы сегодня были на Голдране, какой квест? Квест на... Чумка. Кого? Чумка. Чумак. А, надеюсь, никто не просалкает. В пушку можно? Я в пушке буду. Хочу пушку. А кто помнит, сколько хардкап меткости вару? Как и всем великом 8. Хардкап. Или ты про фурика? Какого вара? А, про фурика. 27. Его сейчас? Пасвара. Подожди, я пока нет. Погнали. Запускайте двигатели. Летим навстречу судьбе. Держите шлем. Вара, на урок надо будет присамовывать. Пока нету боя, а, блядь, шкаф улетит. Обновите каски, а? 6 минут. Или хватит? Это еще что? Дайте мне подзорную трубу! Клянусь бородой, корабль Орды несется на нас на всех парах! Маневрируем! Пушки заряжай! 3, 2, 1. Ах вы псы трусливые! Напали из-под тишка! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! И моя битва! Разрушители! Сержанты! Бой! Но у меня царство самосовы! А что ж такое? Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна! Чё? Да ничего, мне пока писали, меня ракеты скинуло. Если тебя вниз скидывают, убивают. Не, Паш, я был под, ну, на, как это, в трюме, короче, корабля. Где это уже давно. Не, я только сейчас узнал. Я тогда блинканулся, то есть с чаржами такая же хрень. Да не, у меня как-то ракета не туда закинула, не долетел и начал прыгать, и, короче. И фу. Тихо, сколько ты за щитом ходил, напомни? Месяца полтора, наверное.
Вот за этим? Я его даже в обычке уже не видел сколько, когда, наверное, 8 или 9. Он... Это я его вижу. У нас тоже было время, когда он падал. Когда он пихи стал не нужен, но он начал падать. Потом опять пистол. Паша, а что меньше всего падает с ЛК именно шмотка, какая всем нужна? Фетиш. Что для миликов? Я думаю, лучше из обычных шмоток, который. Я вот думаю, вот. Ну, я не про Джайна, а про обычные шмотки. Я думаю, сапоги эти. РПБ. Крит. А багруха не? Пояс. С опа. Самый серебра из профа, вот два пояса, которые вообще прием падают. А что, сапоги серебра часто падают? Эх, вообще как будто не вижу. Паш, кстати, человек интересовался, есть ли возможность попасть на 25-ку ХМ на Next КД? В каком плане? В плане провагониться на милиут. Смотря что. Ну, пиха в курсе. Там чел хочет закинуть просто определенную сумму голды и лутать милишмот на прота и на армс. А, типа... А тот, который 150 кусков предложил? Ну, типа, как тот, что у меня на голдране, он же и хочет заплатить, только уже будет сумма в два раза больше примерно. Он хочет просто лутануть кусмот. То есть, допустим, там 200к он заплатит или больше, и будет идти на full инст. Есть такая возможность? На Джайна он не попадет. Ну, Джайна, само собой. Сундук не открывается. А Мурлок тут при чем? Ася. Ну, мы с Пихой клиента подогнали из Паши. Мы никуда, в принципе, не спешим, я могу еще здесь погуляться. Пиха, это уже просто АЧС. Нет рейди, да? Они были вроде, но их нет. Пиха, ты ходишь в казино, тебе так же везет? Банка, ты перезаходишь или что? Угу. Рыбу поставил. Пиха, мне нужен М. Или консерва, ты на кого идешь? У тебя форик все равно есть, че ты там переживаешь? Саня, ММ. Да, финиш Ваня. Второй Саня выжил с ДК, два фулика в рейде. Ты же два нихуя обмазать. Я по привычке, простите. Я вон бегу тебе интеллект бафать. Можно не надо. Ты на мага что ли заходишь? Токен спиздить. А, как? Ну... Ну что, стрёмно, кажется. Куда ты идешь, Космо? Я тебе МК хочу дать, а ты убегаешь. Рогом МК давай. Зачем рогом? Крыта нет.
Тыкните на сумон. Оставьте кулаки, пожалуйста. Ребаф бы вообще неплохо был бы, да. Неплохо было бы космо на магии крутануть в Долоран. Да, инспектор хорош, мне хватит. Я просто не посмотрел в колчан. Инту. Дау. Ребят, бафните кулаки. Рыба стоит сзади. На ком каске? Паш, уже две рыбы стоит. Ну, не знаю, нахуй вы ее разбазариваете. Пихи надо, макушки дать. Да нет, я ставлю, у меня рыба шхалявная. Тим, да? Тимур, да хрен там, пожалуйста. Иваром. А у кого такой фон? У меня. Пиха, поставь тотем на хас, пожалуйста. О, неплохо. Что-то какой-то бред. А бывает такое у петов, что панелька попадает? Ни хрена, две чешки упало. На гниломорда нас, наверное, да. На Валю. Не знаю, у нас кто-то будет плачь вольки выбирать? Я хотел бы забрать напала. Кому-то нужны перчатки? Я спрашивал. Да, у нас только на пиломор. Вот этого не надо было делать. Что там было? Во время боя ливать с рейда. Кто вышел? Курана? Thank you.
Йоу. Нифига ты мощный. Жиро. 36. Это был сын Саурфанга, предводитель Орды у Врат Гнева. Страшный конец. Вот, Ван. Кто там просил? Да что за... Там, вдалеке. Никто ничего не видел, сори. Что там с пола было? Почему, блядь, меня побежал? Бежал он тебя. Как он ко мне? Тебе одна была нужна. Как он в тебя мог побежать, если ты напуливал? А я не напуливал, прикинь. А почему? А вот я что-то хуй знает. Вопрос отпал сам собой. Не нажал кнопочку, значит. В следующий раз надо 37 давать. А есть ДПС, Мурлок? А чё это такое? У тебя только что показывало 36 тысяч. А я линканул, стал 34. Аккаунт снив после боя. Потому что срок тебе остается жив и не жрется ДПС. Покушать сейчас еще два босса чонки. Короче, ночь. Я просто сегодня обнаружил, что у меня два спала первого левела были. Боешка. Хер на меня пошли. Дай лутера. Все, я выиграл. Спасибо. Паш, ну это минус 1к на голдране. Рольте. Посмотрим, кто у нас везучий. Ты что ты хуйней занимаешься? Смотри, выкинь ее нахуй и все. Саня, ты лягушка. Вот Саню и закину. Ботинки, да, по-моему, носить. Эчи. Что? Сники нету. Кому-то нужны еще ботинки? Ну, не знаю. Кому-то ботинки. Да, нужны. Ну, все. Но если тебе нужны, то ты не выиграешь, то ПО. Если был в какой-то гильдии. А, понял, понял. Вот, блять, космонавт будет тебя ливать, у меня до сих пор не разбагало. А, поиск с профанут. Я его удачно забарыживаю. А если нужен, не буду забарыживать. Паш, ну я бы не отказался. Либо дали. Значит, не буду продавать. Кстати, а ЗС выпали сапоги с гидрос? На этом КД. А, ну... Тогда ладно. Бля, Пека, чё ты сегодня такой пиздючий? Он всегда такой. Не, я типа спрашиваю, потому что Сники сказал, волшебная что... Волшебная кнопочка понизить уровень ракеты для нуля. Понимаю, понимаю. Просто
все пиздоболы закроются. Главное, что я на босс ничего не знаю. Напал вообще? Тихо, делись пивом. Не-не-не, я релок, у меня забагалось из залива. Мне я до большого. Уже... Чего у тебя так багается, Паша? Мне напал нужна будет валька. Хилбот у меня багается, то, что ливает у меня. У меня кто-то пропадает с хилбота, и я несколько штук себя вижу. Ну, у меня так же, когда во время боя, но когда бой прекращается, все нормально становится. Ну, у меня периодически плюс, ну, как когда отбагивается. Смотрите, кто пришел. У меня, по сути, кастомный хилбот, который мне пипка помогал переделать. А чего у тебя там? Дары зеры? Да, и на хэпала хочу попросить мне некоторые штуки 105 добавить. Я попросить купол, что ли, добавить? Видеть, кто в зоне стоит. Что в этом хилботе как воду нельзя просто прописать бафы, дебафы определенные? Можно. Некоторые нет. Стандартные только можно. Поэтому качайте воду. Воду топ. Давайте порт другу. А 10% заедет? Давай быстрее нажимай. Все, давай. Че, без апа остался? Да пиздец, минус косаря, апа, ты че? А кто на хп кричит? Я на одного босса не могу. Порт дали друиды? Алира с Мони. Люба. Пришел Смо? Пока не АФК, можно рогнуться? Либо по ханту нет. А, да, хорошо. Спасибо. Нахуй вы медведя само не любите? Булда. Эх. Thank you.
или занесу. Не сошится. Да уже к Мурлоку принес. Молоко принес. Мастер Аур. Кто-то не бегал собирать споры? Доливаем. Странно, почему так просветло? Что упал? Был моим любимчиком, как и гниломор... Хлам упал. Столько газа. Я его даже чувствую. Мне нужна цель. Шайна наша мужская. Короче, у одной и у второй есть, да, не нужно. Понятно. Насколько не было, да, пик? Саня, тормознись, вы дали на ханке. Ну или зацелка. Или уже присмонили. Так я же здесь стерелогался, но я сейчас крутану. Релогнись, пожалуйста. Видите, кого-нибудь на ДПС нормально, а то у меня забагалось. Я 32. Могу тебе ДПС с вонючки дать. 31 у тебя. 31 будет. Мне показывает 28700. У меня тоже 28700 показывает. Паша, ты перчатки отсюда продаешь или нет? Да. Паша, спасибо. Блять, заебало багаться в чат. Кого-то сумыть нужно или чё? Не, всегда, как всегда, курим перед полом.
я релодаюсь. Поехал. Деру? Да. Ритм тихий. О, все, скинул. Вот, осуждаю. Шип промо. Осколок. Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Если никому не нужен. Ебать, дупло. Ты растишки сегодня поел? Что за цифры, ебаный рот? Вкусные кливы. Ну да, вот я за это люблю этого босса. Мне это хуйня еще. Че за цифры консервы, да? Ась? Че за цифры? А, я смотрю вообще на тебя, насколько ты сильно демонов. Я тебе сегодня в обычке обоссал. А в геле нет, ты нормально себя чувствуешь. Сань, логинься. 700 СПД. Это очень много. Босса плюс доты живут. Те хостовые ты имеешь в виду, да? У меня лежат. Ром у меня кистевое. Паш, тогда я заберу пояс, если упадет этот. Сейчас ли. Давай при одном условии. Его продаю. Один 4 ты 5, пожалуйста. Обмен, Ром, кинь и забирай кистевой, и перезаходи на хунта. Там квест, кто будет перезаходить. Этого босса в чем? Не забудьте дать. А что это такое интересное?
Давайте, перезаходите. Ром, перепрыгивай. Ханта. Там пояс, он. Варна мейн. Вперед. Это альт четвертый катый, поэтому так, постольку, поскольку делается. Ну, без разницы. Шкаф, шкаф, Мурлок, быстрее. Лёва, ты на боссе будешь? Наверное, да. Я бы, конечно, с удовольствием побил. Порт вору дал, поставьте. Самоним Космо. Он еще... А, все равно. Так там у нас, видишь, мах проблемный, он портал не может поставить, блядь. Говоришь, поставь порт, он не ставит. Что, он замолчал? Музыку слушай. Рибав попал, ударите быстрее. Слава, я тебе напомню, ты не замедляешь первый чарж зеленого флизда. Либо его вообще можешь не замедлять. Не стопаем, а, да? Подожди, у нас шари есть. Да, и шари в обом, а ты тогда раскол на боссе столько даже. Так, че на пол? Два красных. Хочу. Два красных. Я тоже хочу. Космо, Космо, очнись, Космо. Вылетел. Я тебя сразу лутка закину. Если поезд будет, он ромки поиски. Луну устали. Ровно луну. Перевод. Разошлись. Саня, ноги коротенькие. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще как-то... Куда ж ты встал? Тихо, ты меня не убили. От лужи. Рибав по ханку. Ты бафнул его? Нет.
Дайте каску. Череп. Пельмень. Красный спавнит. Свич на весь. Мак, нажми интеллект, пожалуйста. Пока в черепе отошли в луну. Быстрее. Хуёво всё. О! Ну чё, скинул кто-то. Хуяно, это был каст, блядь. Пацаны, хорошо. Стопайте. Ушли от него вообще на. Красного заливаем. Переводите мельки. Пельмень осторожно. Разошлись по меткам. Геро? Ну как бы да. Сами тихо думает. Столу. На край вы уже встали. Что заберешь? Мусор. Пояса нету, да? Не-а. Спасибо. Эту пуху вообще протопалы вроде как носили, да? Да. Забирай, Паш. Я групповой уже поставил. Обнажите клинки, соратники. В
Почему у нас пацан по спине? Я ее впариваю медведю. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Фингерштейна. Паша. Да. Стал пуху эту древку, ты продаешь, нет? Да. Паша, можно на одного босса с дегтя зайти на вальку? Там штаны падают на хосты. В элитре. Ты можешь крутануть. Вдал. Я как раз при самоне медведя. Погнали. Время. Ну ты за пуль, мы поедем. Нахуй его бить. Нахуй вы его бьете. Что вы скучаете? Вниз. Дима, есть мурлочная пика со знаком облака? Хуй надо достать. Наверх поднимаемся. Вот что есть. Погодите, погодите. Яйцом, тлеющий яйцом урлок, что ли? Это с крабом, с мясом крабом, с ПДН. Суп из мурлока. Удалили нахуй, сделали бумагу. Я уверен, что все были в рады. Еще вот такой есть. А я скидывал уже. Иван, кому сейчас, значит, нет. Дима, шкаф. Ребята, а квек никому не нужен, если что, на оф заберу, если можно, нужен, конечно. Очень многим. Сейчас спрашивать про квек? Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов.
Быстрее растормаживаемся. Космо. Тихо. Тебе талик нужен? Что, тебе талик нужен? Чё, это самое? Ты же полный пинг, что ли? Фиал, у тебя что ли? Вам три моба на двоих не можете разобрать? Я ханта подниму, нам нужно дракины. Видите, дайте побить. Что проблема? Пиздец. Сань, жал. Ой. Деда жалко. Я тебя слушаю, Макрос, говори. Я сыргать начну. Почему он срывает второго босса чисто зимой, да? А шея с Хуаны кому-то нужна на мастерство и арт? Ну и на Вальку. Сейчас получится шею, если утонется, забрать. И что мне? Они идут. Саня, блять, я в тебя плюнул. Да я случайно, блядь. У меня на X стоишь ты постоянно. Я интуитивно реагирую на то, что ты пропустил. Я просто уёбываю. Что, я чувствовал котика? Морского. Ты
Пека, поставь, пожалуйста, портал на Лоран. Спасибо. Ой. Сейчас поставлю. Бой закончится. Утром возьмешь его? Меня вообще обманули. Паш, крупу. Спасибо. Сейчас мы со мной. Монг сказал в два это подходи. А подошел к двум. А рейд уже собран. Стыжи, да. Заевайтился. Инспектор? Ну нет, пока не. Бля, пиха, ты можешь сделать так, чтобы фанить всегда на ближайший час? Это ну, пиха просто, был, просто оставить. Ну, это уже сервис. Чтобы флуда не было. Не было. Да, спасибо. Ван, врубай мозгло! Баш на полную! Пиха нахуй. Все, все. Там сидит осколки. А вот Клоков? Клоков он прекращен. Осколки пусть. Издеваемся? Издеваемся. Смотрите, я знаю, что пиху, теперь вы будете слушать, как я буду разговаривать. Бывает интересно, очень, очень, а? Как оно? Заебись? Подожди. Пиха, чё? Чё ты там, сука, вякнул, блядь? Он можно по рандом снайп? Консерва, чё ты на него зашёл? Банк.